Итак, всем привет. Это проект по кругу. Ссылки на участников проекта будут в описании под этим видео. Мы продолжаем тесты ножа Python от кустарей Фортуна. Вот такой вот красавец. H12MF кованая. Очень резучая такая. Мало того, что H12MF, да еще и кована. Ну, сейчас мы посмотрим, как будет держаться на ней режущая кромка. Попробуем на куриных костях. Нож заточен просто в бритву. Режет с протягом. Специально медленно веду, чтобы было все на протяжении всей режущей кромки. На пасте я его чуть-чуть поправил. Он стал совсем в бритву. Давайте приступим. Ну и чтобы не затягивать, давайте по-быстрому разделаем. Ну, режет вообще просто, прикасаясь, не напрягаясь просто. Ну, по костям тоже вроде ничего. Это я специально прошелся. О, похрустей сразу косточками. Так, хвостики нам не нужны. Лишний жир тоже. Чуть зацепил тоже мясо. Ну вообще, я понимаю, что это не показатель. Ну, тут косточка всегда твердая попадается. Вот как похрустелим. Да не, нету. Специально медленно веду, чтобы было видно. Нет, нету ни заминов, ни сколов. Также с протягом, без проблем. А были у меня, кстати, опасения по этому поводу. H12
МФ, да еще кованы. Стойкость режущей кромки, может быть, мало ли, что перекал, еще что-то. Он бы сразу, мне кажется, показал бы это. Ну, вот такой вот нож. Ссылки на производителя ножа будут в описании, а также увидите на своем экране. На этом буду заканчивать. Всем пока!